Воспитатели детского сада – это всегда люди, умеющие творить и делать совершенно необычайные вещи своими руками. В детском саду номер 44 «Серебряная копытца» воспитателю старшей группы Елене Дербышевой в голову пришла совершенно оригинальная мысль – создать детский театр мод. Ну, сама идея пришла – что-нибудь сотворить интересное, конечно, что-нибудь необычное. Но мы сначала-то я придумала костюмы. Костюмы, конечно, придумала благодаря нашим детям. Ну, мне нравится что-то творить для них или помочь им в чем-то. А потом мы уже второй раз уже придумали боди-арт, рисунки на лице. Нам тоже эта идея понравилась, мы решили это все вместе совместить. И получился у нас такой театр интересный. Ну, им это интересно. Но даже вот только говорю, что мы где-то будем выступать, все, они бегут, им всем хочется выступить, всем хочется задействовать. Хочется все больше и больше, но не всегда получается, конечно, чтобы всех-всех прям. В ход пошли не что иное, а целлофановые мешочки, предназначенные для сбора мусора. Сначала они были только черные, но потом родители разыскали и привезли цветные. И мир сразу заиграл радугами красок и настроением. Дело пошло веселее. Как Илья Митрина нас красиво заплетает, рисует на лицах. Даже не хочется вечером их смывать. У нас есть примерки, мы их всегда примериваем, чтобы мы поняли, на нас платье налезет или не налезет. Но выступать сильно нравится. Я чувствую театр моды, и мне очень понравилось платье и рисунки на лице. И еще мне понравилось, как все выступали. Мне понравилось, как Леонидра рисовала нам рисунки, и как мы выступали. И она делала нам из обычных мусорных мешков платье и бантики. Сегодня группа детей из детского сада «Серебряная копытца» умеет двигаться по сцене, выполняет дефиле и демонстрирует модели сезона во время своих выступлений не хуже начинающих взрослых моделей. Совсем недавно юные модели очаровали зрителей во время своего выступления на открытии городского клуба молодой семьи. Придумки нравятся всем, и прежде всего своей необычностью, яркостью и техникой исполнения. Но мы с Еленой Дмитриевной решили расширяться. У нас только небольшое количество костюмов, но мы хотим еще больше. Кто знает, может быть, для кого-то из нынешних шестилеток детская забава станет дорогой в большую интересную жизнь, положит начало творчеству и вдохновенному исполнению креативных идей.